Всем привет! Вы на канале Рисунки Юльки. И сегодня будем делать наклейки с собачками Корги. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите мои новые рисунки. И поддержите, пожалуйста, мой канал лайком и напишите комментарий, мне будет очень приятно. Сначала я сделала наброски карандашом будущих наклеек, а сейчас буду рисовать черной ручкой, чтобы вам хорошо было видно. Начинаем рисовать первую наклейку. Вот такой миленький корги получился. Рисуем вторую наклейку. А сейчас давайте нарисуем корги с сердечком. Давайте нарисуем корги в пончике. Рисуем корги с косточкой. И спящий корги. Сейчас нам нужно все это раскрасить.
что у нас уже получается. Сейчас берем кусочек файла либо обложку от тетрадки и выкладываем все рисунки. Между ними должно быть расстояние. А сейчас аккуратно все заклеиваем широким скотчем. И начинаем вырезать. При этом по контуру нам нужно оставить 1 или 2 мм. Это и будет нашей клейкой основой. Вот такие наклеечки получились. Если они вам понравились, обязательно жмите лайк и напишите в комментарии, какая вам наклейка понравилась больше всего. Чтобы не пропустить мои новые наклейки и рисунки, жмите на колокольчик. И до новых встреч!